Антон Анучин, старший тренер футбольной команды УФУ. Антон, на протяжении всего матча мы видели ваше неудовлетворение игрой Александра Кашкарова. Правда ли, что он висит на волоске в команде? Да нет, неправда, конечно, так немного повеселились. Не выполнил в полной мере те задачи, которые перед ним ставились. Но ничего, первая игра после тяжелого переезда, втягивались. Поэтому ничего страшного не произошло. Двигаемся дальше. Сегодня наблюдалось отсутствие Решетникова, Князева. Подскажите, это как-то сказалось на игре команды? Ну нет, ребята, которые были призваны нам в помощь заменить, полностью заменили, полностью вошли в игру, втянулись, показали свой уровень. Команда не ослабили, так сказать. Завтрашняя игра... Как вообще расцениваете свои шансы? Может быть, ничей будет удовлетворена? Нет, ни в коем случае. Будем играть только на победу. Готовимся к этому максимально серьезно. Приехали за 9 очками, которые должны забирать. Спасибо большое. Спасибо.